сейчас мы проведем короткий тест, сравним работу встроенного люксометра в телефон. Телефон у нас Samsung Galaxy S9 Plus, то есть программа, которую мы будем использовать, это LuxLight Meter. И эта программа работает посредством измерителя освещенности для фронтальной видеокамеры, естественно, которая делает экран чуть темнее, чуть ярче, в зависимости от уровня освещенности, и работу профессионального спектрального анализатора Aprotec MK350S Premium. То есть до этого я сделал краткое измерение уже, и у меня уровень освещенности показал 540 люксов на поверхности стола. И сейчас посмотрим, что у нас покажет профессиональный анализатор спектра на уровне стола, какой у нас уровень освещенности будет. Как видите, профессиональный анализатор спектра показывает 559,7, то есть что достаточно близко к показаниям телефона. То есть из этого можно сделать вывод, то есть если не требуется профессиональное оборудование и необходимо проверить освещенность, к примеру, в детской комнате или в гостиной, можно смело использовать телефон с нормальным датчиком света. То есть результаты измерений будут очень схожи с профессиональным оборудованием. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.